Окончание навигации для маломерных судов по направлению Якутск-Нижний Бестях ожидается 10 октября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. А паромная переправа Нижний Бестях-Якутск ориентировочно будет закрыта 23-25 октября. На сегодняшний день обстановка по этому направлению стабильная. Паромы и маломерные суда работают в штатном режиме. При скоплении транспорта и для соблюдения порядка безопасность обеспечивают сотрудники ГИБДД. Вместе с тем, тарифы паромной переправы на маршруте Якутск-Нижний Бестях планируют увеличить с 15 октября. На сегодняшний день по маршруту курсируют 11 судов. Перевозку осуществляют с 6 утра до полуночи. Ну а после завершения навигации на маршруте останется только 4 парома с буксирами судоходной компании «Якутск». На данный момент наша компания ходит 4 парома на линии Якутск-Нижний Бестях. А цены остаются на том же уровне, что и в навигации 2017 года. По практике прошлых лет, ориентировочно с 15 октября, после отмены навигационной обстановки, вступят тарифы, ледовые тарифы. Средняя стоимость одной тонны составит 980 рублей, перевозка взрослого пассажира 220 рублей, перевозка ребенка 60 рублей.